Вот сейчас мы уже немножко сами прошлись по клинике, показали кабинеты, рассказали, насколько это возможно, позволило наше знание о медицине показать все преимущества этой клиники. Эта клиника не имеет аналогов по Казахстану, правильно? Чем она вот именно, в чем ее фишка? Во-первых, основная наша как бы фишка — это то, что мы подходим к организму комплексно. Второе, то, что мы учитываем все нюансы организма, то есть лечение у нас начинается с голода, это 7 дней голода. Все зависит от того, насколько организм выдержит эти 7 дней. Иногда бывает, что 3 дня, иногда бывает, люди 5 дней выдержат. В некоторых случаях люди даже просят голодание продлить до 10 до 20 дней. Ну, значит, это получается так, если я прихожу с заболеванием почек, вы мне, кроме почек, пролечиваете полностью весь организм. Абсолютно все. То есть у человека мы не лечим саму болезнь. То есть мы начинаем прислушиваться к организму человека, и организм дает нам знать, какие у него есть больные точки. То есть человек может прийти с почками, рядом может прийти человек, у которого язва желудка, но им обеим будет назначено практически одинаковое лечение. Да. Это комплекс, определенная разработанная схема лечения, которая подразумевает лечение, начиная от кончиков волос до кончиков пальцев. Да? Человек начинает чистить все, то есть уши, глаза, нос, пищевод, желудок, желчный пузырь, печень, абсолютно все. Вплоть, вот мы недавно как бы внедрили новую методику, новый аппарат внедрили, это лазерная технология. Лазерная технология, лазерная терапия, аппарат лазерной терапии, он лечит сейчас уже и гинекологию, и урологию, и проктологию, то есть отоларингология. Отоларингология — это уши, нос, голову. Если есть какие-то проблемы пазух носа или с ушами, с лор-заболеваниями, то есть это тоже как бы, мы не тем же лазером, разные насадки купили. Вчера вроде где-то услышала то, что вот эти лазеры даже бесплодие и непроходимость рук лечится. Совершенно верно. То есть определенные насадки, которые воздействуют на внутриматочные патологии, гинекологические патологии, которые помогают проходимость труб. Да, вылечить, непроходимость труб вылечить, которые помогают при эрозиях шейки матки, эрозиях матки. Это здесь получается, вы своими растворами выводите инфекции, здесь добиваете уже лазером. Почему мы так делаем? Потому что во время голода организм переживает определенный стресс, и во время стресса все заболевания, которые даже скрытые заболевания, которые имеют скрытые течения, они дают о себе знать. Первое. Во-вторых, во время голода организм, человек, короче, во время стресса мы его начинаем чистить от паразитов, бактерий, инфекций, грибков, там, шлаков. После чистки человек абсолютно спокойно, легко и быстрее, и эффективно получает любое наше лечение, получает результат. То есть голод назначается абсолютно всем. После выхода из голода мы уже смотрим, что надо конкретно этому человеку. То есть если у него почки, да, тут уже мы начинаем почки. Если язва, тут к язве приступаем. Но мы заметили за 3 года, что после голода человека уже практически абсолютно без вмешательств в химии уже ничего не беспокоит. Еще одна как бы наша уникальность в том, что мы не только смываем, то есть когда мы говорим о голоде и очищении, у всех возникает вопрос, все смоют и как бы да, и у меня своего ничего не останется. Но я хочу сказать, что наша уникальность в том, что после того, как мы весь кишечник и желудочно-кишечный тракт очистили, мы выявляем здоровую микрофлору. То, что называется у нас иммунитетом. Человек приобретает иммунитет новорожденного ребенка. И поэтому после выхода из голода, после того, как мы выживляем как бы, здоровую бактерию, микрофлору, человек должен определенное время соблюдать за своей диетой, за своим здоровьем. То есть, если человек сам за собой не будет ухаживать, уже естественно. Конечно, абсолютно, да? Абсолютно. Там надо уже поддерживать определенное. Мы это все разъясняем в первый же день. Года, допустим, пациент нам пришел, мы объясняем им все плюсы, минусы, возможные риски, возможные осложнения, мы все это объясняем, человек, если согласен, начинает лечение. Если у него есть страхи, мы его как бы начинаем вести чисто психологически, как психолог, психотерапевт, работающий с пациентом. Ну, как бы выбор всегда за самим пациентом, за человеком. У вас есть гарантия на свое лечение? Совершенно верно. Так как мы уже работаем 3 года, и у нас не было таких случаев, чтобы человек ушел и был рецидив, то есть
мы даем гарантию на 6 месяцев. Если в течение 6 месяцев человек у нас пролечился от язвы желудка, но у него в течение 6 месяцев потекло из носа или еще где-то там какая-то аллергия где-то болячка вылезла, они приходят к нам обратно, и мы абсолютно бесплатно в рамках этой гарантии проводим это лечение. Мне кажется, такая гарантия дается только в вашей клинике, потому что я об этом первый раз. Мы почему такие гарантии даем? Потому что мы уверены, что клиент нам снова с этим же диагнозом или с какой-то проблемой не вернется. Потому что 6 месяцев однозначно эта техника работает. Если человек сохраняет, как бы первые 40 дней сохраняет диетическое питание, себе за здоровье, то это гарантия как бы, лечения, здоровья, сохранения. Ну, в общем, уверена в том, что да. Вы излечиваете. Да. А есть ли какие-нибудь уникальные такие случаи, примеры, которые действительно вы сами аж удивились от этого? У нас была женщина, молодая женщина, которая страдала экземой в течение 10-12 лет, у нее руки были в ужасном состоянии, то есть болячки были. 21 день она у нас прошла лечение, и слава богу, сейчас она может этими руками как бы спокойно эти руки показывать людям. Второй уникальный случай – это ребенок, о котором знает весь Казахстан и во всем мире. Это ребенок с диагнозом ихтиоз, то есть рыбья чешуя, Об этом мальчики писали везде, все международные даже телеканалы, потому что такой диагноз – это один на миллион. Его лечили и в Израиле, во всех всевозможных клиниках. Мы сами участвовали в сборе денег, чтобы его пролечить. Мы его пригласили, да, как в качестве экспериментировать, да, нашу методику на нем. И в то же время, чтобы посмотреть, как это работает, то есть при таких формах. То есть это самое сложнейшее заболевание, да. В течение 21 дня, даже больше 21 дня он находился здесь, мы бесплатно предоставили ему как бы полный спектр лечения. Тогда не было многих наших как бы, вновь внедренных этих оборудований, но у ребенка пошли улучшения, кожа стала влажной, то есть эта рыбья чешуя, она шелушилась и падала, и покрывалась коричневой коркой. У нас сохранены все фото и видео его лечения, кожа была абсолютно как бы увлажненная. Вначале он пришел затвердевший, который практически снимали лезвие. У нас он принимал каждый день наши лечебные ванны, пил наши растворы и в очень хорошем состоянии он выписался через месяц лечения, выписался, кожа была влажная, многие такие толстостенные покровы у него были сняты сами с собой, то есть без причинения боли ребенку. И мы как бы дали ему гарантию, что в любое время года, когда у него есть возможность приехать, он может приехать и пролечиться у нас бесплатно, то есть взяли мы его под опеку. Ну, ребенок пока не обращался, родители как бы живут в другом городе, они поддерживают ту терапию, которая была рекомендована нами и израильскими врачами. То есть мы не аннулируем результат других врачей, но мы дали очень хорошую поддерживающую терапию, которая нас удивила и обрадовала. Еще раз расскажи, пожалуйста, про оборудование, какие у вас здесь есть, потому что мы хотели своими словами сказать, но всего вот этого. У нас есть полный спектр оборудования по лазеру, то есть очищение, лазерное очищение крови, лазерное очищение сосудов, лазерная терапия по урологии, проктологии, гинекологии, по отоларингологии, по кожным заболеваниям, дерматологии, лазерное оборудование, по дерматологии, лазерное оборудование, по косметологии. То есть все, что касается организма человека, все органы можно вылечить лазером. Это у нас мы бы закупили все полный комплект, даже вплоть до вакуумно-лазерного массажа. То есть да, работа с жировыми отложениями, с апельсиновой корочкой и кожей. В общем, и за красотой тоже к вам можно обратиться. И по поводу снижения веса, очень много обращается людей о снижении веса в день, как минимум. По нашей программе человек безболезненно, без потери воды в организме или там определенных необходимых человеку веществ, без потери этого, он где-то 1,5 килограмма сбрасывает. Самое максимальное. Я вот свидетель то, что сбросили за пару дней 3,5 и больше килограмм. Да, без стресса случаи, для организма. У нас были случаи, когда до 6-7 килограммов в день, при большом весе, 140,
5 килограмм был человек, а выписывался уже 93 килограмма. То есть это был самый большой рекорд, который на нашей практике есть. Но люди обычно как? То есть запрещается резкое похудение, резкий сброс веса, потому что кожа начинает обвисать, организм переживает стресс, там могут быть сбои в гормонах. А мы при потере веса, по ходу работаем из кожи, делаем каждый день массаж всего тела, подпитываем его витаминами, водными растворами, что человек очень легко теряет вес, причем без абсолютно без стресса. В общем, потеря веса плюс к этому массаж, упругость тела. И кроме кожи, этого, да, есть физические нагрузки у вас. Я просто не могла объяснить, для чего здесь кабинет физической нагрузки. У нас работает кабинет ОФК, здесь люди после всех процедур, те, у которых остаются силы и желания, они посещают кабинет ОФК, занимаются физической культурой, с инструктором работают, работают без инструктора самостоятельно, есть все виды тренажеров, которые помогут человеку. Ну, сейчас, допустим, каждый второй человек имеет гипертонию, сахарный диабет, с этими болячками можно спокойно обратиться. Мы еще раз хочу сказать, что мы занимаемся не болезнью, не определенной болезнью, мы занимаемся совсем организмом человека. То есть любой диагноз, хроме, то есть мы не делаем операции, не делаем инвазивных методов, то есть то, что нужно резать, тогда зашивать, мы этого не делаем, мы не сращиваем кости, то есть мы не травматологи, не ортопеды, но мы занимаем и с позвоночными заболеваниями, и грыжа, протрузии, то есть то, что поддается лечению, мы все берем. Кроме хирургии и травматологии. А как с ценами у вас здесь? Цены у нас варьируются. Клиент может выбрать индивидуально для себя программу, стандарт, максимум, премиум. Есть выборочно могут просто услуги для себя выбрать. Просто все перечислять сейчас эфирное время будет мало, потому что у нас более 160 видов процедур. Ну, ты можешь свой комплекс собрать, допустим, да? Человек, у меня есть определенная сумма, я на вот эту сумму, может, что вы можете мне дать? Может, он сам выбрать для себя определенную программу. Если по прескуранту, если человек сам выбирает, конечно, цена выходит намного больше. Если человек выбирает программу, то, во-первых, есть программа премиум, есть программа стандарт, которая включает в себя абсолютно все, вплоть до диагностики. Мы не должны выпускать. Человек пришел вам, оплатил услуги, и он извне, из аптеки не тащит никаких бинтов, лекарств, значит, уже все просто предоставляет. Вплоть до тапочек, трусы, трусов, простыни, халата, посуды, все предоставляется. Здесь человек просто приходит сюда с целью личности с деньгами. Ну, мне кажется, это более чем понятно, да, информацию, в принципе, обширную ты дала. Я хочу еще отметить одно, что у нас проводится чекап, то есть диагностика, полная диагностика организма человека. Это УЗИ, МРТ, КТ, рентген, флюорография, УЗИ брюшной полости. И мы сейчас недавно внедрили такую технику, как капсульная эндоскопия. Проглотил капсулу. В конце дня уже получил результат, что у тебя творится внутри. Начиная с пищевода, да, прямой кишки, это все будет на видео капсуле. Капсула в виде таблетки, ты ее проглатываешь, можешь ходить по... Заниматься любыми делами своими. В течение 8 часов эта капсула все снимает на видео. Капсула уходит в унитаз, все, она нам не нужна. Датчик передает нам всю информацию, датчик мы копируем на компьютере, и наш эндоскопист, наши московские эндоскописты, они это все дают. Краткий анализ по ситуации, что творится в ЖКТ, вплоть до наличия паразитов. Ну, я думаю, то, что вы не стоите на месте, вот сколько я, допустим, слежу даже за твоими, за твоим аккаунтом, у тебя каждый какой-то небольшой период времени, когда идет модернизация, ты постоянно какие-то новые методики включаешь, ты развиваешься. Я думаю, еще кроме того, что вы имеете, вы еще добавите через время еще какую-то новую методику. Потому что это частная клиника, вы хотите, чтобы... Быть конкурентоспособным. Конкурентоспособным другим и государственным клиникам. Уникальность вашего лечения я вроде бы как бы пыталась объяснить то, что... Ну, вы испытали на себе сам. Я это все испытала, все это прошла. Я вообще пришла для профилактики, но так как у вас есть диагностика, провели диагностику, я думаю, в течение 3 дней ну, невозможно вот, получить какие-то результаты. А здесь я уже чувствую, то, что уже результат я на себе испытала.
Желаю вашей клинике процветания, успеха, чтобы с вашей клиники выходили люди все 100% здоровыми. Спасибо. Вы делаете очень хорошее дело для нас, для народа. Спасибо. Приходите не лечиться, а оздоравливаться.